сюда нужно было тыкнуться. Экспортировать закладки в файл Hotmail. И сегодняшняя дата. Выбираете папочку, где сохранить, и сохраняете. Потом можно будет импортировать закладки. Нажмете сюда, импортируйте из этого файла. А еще есть способ. Ваша учетная запись. АПП дата. Это нужно сделать видимыми вскрытые папки. И тогда будет видна эта АПП дата. Локал. Пользователи, в общем. Ваше имя, АПП, дата, локал, Google, Chrome, user, дата, default. Default, default. И вот он этот файлик. Book, marks. Это закладки, файл закладок. Отсюда его берете и куда-нибудь копируете в какую-нибудь папочку, а потом возвращаете. После того, как систему перегрузите, переустановите или еще что, или Chrome переустановите. Поменяете файл. Новый на старый. И все будет у вас. В шоколаде. Мне в шоколад не надо. Пучком. Все будет пучком. Все. А теперь мы еще потянем время до 10 минут. Или повторим. А вот так вот. Оп. Загрузки, закладки, закладки, диспетчер закладок, диспетчер закладок, управление, 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 экспорт, импорт — это когда in во что-то ввозят, а экспорт — это когда
Видео, которое меньше 10 минут.
лучше с лайком.